Долгожданное новоселье в скором времени отметят 24 семьи Нарьян-Мара. Им вручили ключи от новых квартир в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Квартиры для переселенцев расположены в пятиэтажном доме по улице Швецова, 1. До конца года туда переедут еще 99 семей. Долгожданный и приятный момент свершился. Ключи от новой квартиры в руках. А значит, жизнь изменится в лучшую сторону. Мы наконец-то переезжаем, и я очень рада, что у нас новый дом и новая квартира. Ты уже была в доме? Да. Какой он, расскажи. Он большой и очень красивый. В новый пятиэтажный дом переедут 24 семьи, проживающие сегодня в ветхих и аварийных домах. Это люди высокого возраста, семьи с детьми, многодетные родители. Для них выделены 116 квартир общей площадью жилых помещений 6500 квадратных метров. По словам новоселов, новые квартиры по метражу немного больше прежнего жилья, полностью благоустроенные и располагаются в удобном районе города. Квартира повезло чуть-чуть побольше, чем была. Потому что раньше строили небольшие квартиры. Вот. Ну, в плюсе немножко остались. Ну, приятно. Я никогда не жила в благоустроенных квартирах. И вот, наконец-то, я думаю, хоть по старости лет, не знаю, там сколько мне осталось, но я мечтаю пожить в теплоте, с водой, с ванной. По словам заместителя губернатора по вопросам строительства Алексея Еремеева, в летний период на дворовой территории новостройки будут проведены работы по благоустройству и озеленению. Дом у нас вводился в конце прошлого года, в зимний период. Обязательно все обязательства в рамках гарантийных будут устранены, поэтому никаких сомнений, что будет это сделано, у нас совершенно не вызывает. В ближайшее время в новый дом заселятся еще 99 семей. Это также жители столицы региона, проживающие в ветхом и аварийном жилье. Валентина Чибичик, Антон Ведряков, телеканал «Север».